Да. Привет всем, мы снова в нескучном саду. И у нас Хиродин. Саня, да, люди знают, что у нас Хиродин, потому что еще в прошлый раз спонсором нашей съемки выступил Виталик. Виталик, спасибо. Видишь, спасибо, да, Виталик. Нет, а не важно, есть ли экранчик или нет. Виталик, да, спасибо, спасибо. Благодаря ему вы смотрите видосы. Передайте привет Виталику, все благодарны. В комментариях, ему, да. В комментариях, да. Без него бы видеоблога бы не было. Да, пока мы не набрали денег. Сейчас снимает. Что мы сегодня будем делать? Он начинает трансляцию с фразы «максимальный ретвит». Максимальный ретвит. Максимальный ретвит, максимальный репост. Кто-то пользуется твиттером? Да. Ретвит. Блин, я даже не знал, что есть такое слово. Ты много слов не знаешь. Я вообще, да. Вы же хотите пиариться в соцсетях? Она вам пиарится, да? В соцсетях. А твиттер — это соцсеть? Твиттер — это дно. Все эти соцсети — дно, только ютуб. One love. В твиттере есть аккаунт, добавляйте в друзья, не знаю, что там зовут. Потому что ютуб платит деньги, да. $17 за количество просмотров — это не деньги. В общем, сегодня мы будем тренироваться, делать отжимашки. Мы наконец-то сегодня будем тренироваться. Сегодня будем тренировать отжимания по моей схемке. Первое упражнение — это отжимания с ногами на возвышенности. Нужно делать 4 подхода по 35 повторений, отдых между повторениями 2-3 минуты. Вот такой вот вещь. Погнали. Поел, у меня сон клонит. Если переборол сон, то я опять хочу есть. Ну, Тоху помню, когда в Питере, я такой: хочу жрать. Он такой поел, такой: сейчас бы поспать. Там немного подремал или вообще не делал. Хочу жрать. Чего ты снимаешь? Не знаю, как ты рассказываешь о своей жизни. Я не о своей жизни рассказываю. О том, как в Питер ездишь, рассказываешь. Ну, только что рассказал. Ну вот, рассказал, я это поснимал. Я гелик почти научился. На земле, который на траве? Да, из брейка. Один оборот сделал. Сейчас хочу серии пойти. Давай. Сейчас сделаю десяточку, потом пойду без рук. А тут будет вообще. Нормально. Если научусь, я сразу без васик запилю и себе на закрытый каналчик такой закину. Закрытый каналчик. Если ты научишься, мы это сразу выложим на YouTube. Ты не увидишь. А у меня и будет на YouTube. В закрытом каналчике. На моем. Где такой потом, как... Один подписчик ты? Один, да. Потом какой-то японец, трикер, какой-то дикий, безумный чувак, который там даблы и триплы крутит. Я такой: почему ты на меня подписался, чувак? Я же вообще... Он повышает самооценку за счет тебя. Не, он хоть мне еще отписал, там, типа, красавчик, чувак. Я когда битвист, там, где-то лет, наверное, 6 там назад, такой, еще в полугруппировочке, такой крутил, он такой вообще нормальный битвист, мужик, и подписался. Я такой посмотрел его видос, он там такой на газоне в Токио такой: флешка, дабл такой, даблкорк, давай. Этот чувак мне сказал, что хороший битвист, я такой. Ну, там другой комьюнити, там все всех поддерживают. Не как в воркауте. Не как в России. Не как в России в воркауте, да. Неважно где, мне кажется, везде так в России. В любом комьюнити. Япошки хорошие. Итак. Второе упражнение, то, что на грудах, пойдемте на маленькую перекладинку, пойдемте. Здесь есть маленькая перекладинка, отойди из кадра. Смотрите, вы, значит, делаете 10 отжиманий, затем вы... 5 секунд или 10? Сначала 5 секунд. 5 секунд, 5 секунд. Вверх. 1, 5, нет, вниз, 2, вниз, когда, 10. 10. Вы делаете 10 отжиманий, 10 секунд стоите в упоре, 9 отжиманий, 9 в упоре, 8. 10 секунд в упоре, и вот так вы дойдете пока до одного. Вы должны полностью лестницу пройти вниз, не вставая. После единички 10 секунд. Да, после единички 10 секунд. Это второе упражнение, погнали. Так я определяю. Я все время просто автоходи, так ты. Малой делай. Че никто не делает? Делай.
Третье упражнение у нас сегодня — это трицепсовое разгибание на шведской стеночке. Шведская стеночка. Сейчас вот Миха покажет, как мы делаем. Нужно сделать 10 подходов по 10 повторений. Вот такая вот у нас сегодня тренировка на грудак и трицепс. И старайся вдоль тела локти держать. Знаешь, тебе потребуется намного больше времени, чем нам, чтобы дойти до конца. Если вы не можете сделать 10 по 10, делайте сколько можете подходы на максимум, но в сумме у вас должно быть 100 в итоге после тренинга. Не халтурьте. Да вы опять болите, я боюсь, я не смогу давить. Там же пальцем большим ты давишь, в принципе. Нет. Не давишь? Ну, есть, есть. Есть, есть. Есть. Что? Я не давлю пальцы. Не давишь пальцы? Второй делал до этого? Второй. А я думаю, что мне так легко. Да. У тебя приключно разбитый или выше. Итак, четвертое и последнее упражнение на сегодня — это отжимания от скамейки, руки за спиной. Делаем по 25 повторений, затем минута отдыха. И так 4 подхода, чтобы в сумме сделать 40. Вот так вот добьемся до конца. Вот такая вот вышла тренировочка на сегодня, быстренько на грудах и трицепс, размялись. Если есть желание, можете потом качнуть пресс, подъем прямых ног или коленей, груди, 100 повторений в минимальном количестве подходов. Ну, мы все еще снимаем на GoPro от Виталика, копим деньги на свою, может быть, купим УИ-2, если он появится в России. Кто хочет нам помочь в этом деле, реквизиты есть в описании к видео. А так, приходите в Нескучный сад, потренируем вместе. И важное объявление. Важное объявление. 4 сентября мы будем в Нижнем Новгороде на мероприятии. Вот так. Приходите. Пока.